Это вы! Вы стоите в стороне и смотрите, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и ждете, ждете, ждете. А может в следующий раз, может все-таки в следующий раз, может в следующий раз. Да, нет, нет, я устал. Может в следующий раз, точно в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто запрыгивает на жертву и съедает ее. Возможно, в следующий раз, да? Так кто из присутствующих настоящий лев? Как только вы станете бесстрашным, ваша жизнь станет безграничной. Разница между мной и любым из вас в том, что я абсолютно ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь допустить ошибку. Я не боюсь окружающего мнения, у меня нет страха. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего после себя не оставить и провести никчемную жизнь. Мы слишком часто все откладываем на потом. Мы беспокоимся о том, что о нас подумают другие люди. Так вот, это все иллюзия, которая отравляла мою жизнь. Как вы думаете, из-за чего мы чаще всего совершаем ошибки, включая меня? Из-за того, что мы не контролируем свои эмоции. Все мы с вами живые люди, все переживают, все нервничают. Но важно не то, что происходит с вами в вашей жизни. Важно то, как вы на это реагируете. Я просто двигаюсь дальше, зная, что это нормально. Я так привык к своему успеху, что для меня уже не может быть иначе. Никто не заинтересован в неудачах. У меня тоже были неудачи. За прошлый год я перепробовал 22 различные вещи, 20 из которых потерпели неудачу. И только две получили большой успех. Все хотят только успеха, но без неудач это невозможно. Просто знайте, что любая неудача — это опыт, а он рано или поздно приведет вас к успеху. Существует длинный список вещей, почему вы там, где находитесь сейчас. Все потому, что вы просто ничего не делаете. Вы сидите и ждете чуда, вы не хотите ошибиться. Вы по уши в долгах и кредитах, у вас две бывшие жены, у вас 15-летняя дочь, которая еще и беременна. И я могу продолжать этот список. И суть в том, что если бы вы взяли жизнь в свои руки еще 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, да если бы вы сделали первый шаг 6 гребаных месяцев назад, вы бы не были в том положении, в котором находитесь сейчас. Поэтому я говорю, независимо от вашего возраста, у вас есть время, чтобы начать новую жизнь. Просто сделайте это. Но вы не хотите ничего делать. Вы хотите быстрых и легких денег, но так не бывает. Ваша проблема в том, что вы не хотите миллион долларов через 2 года. Вы хотите 100 долларов в сутки. Большинство людей в этой комнате и большинство зрителей на YouTube должны прийти к осознанию того, как грустно бы это ни прозвучало, что вы просто просираете свою жизнь. Если вы думаете, что за деньги нельзя купить счастье, то вы просто не знаете, где покупать. Вы можете заработать много денег и пойти спасать мир. Вы можете заработать много денег и пойти спасать лес в Бразилии. Вы можете пойти спасать бездомных, вы можете спасать детей от тяжелых заболеваний. Но без денег вы ничего не сможете спасти. Пока вы не заработаете хоть какие-то деньги, вы никому не сможете помочь. Ни своей семье, ни тем более себе. Разве вы этого не понимаете? Составьте 2 списка. Первый список — это ваши цели. Второстепенные, краткосрочные, долгосрочные, как в личной жизни, так и в бизнесе. Во 2-й список вы записываете всех тех людей, с которыми общались за последнюю неделю. Предположим, что в вашем 1-м списке 8 целей, а во 2-м списке 10 человек. Теперь ставьте номер цели напротив каждого человека, с кем вы общались, чтобы понять, какой из ваших целей тот или иной человек имеет отношение. В результате вы будете поражены и шокированы. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее.